будто птичья столица, высится кварталами пернатых жителей село Желанное. Как подобает всякой столице, есть тут свой известный на всю область музей. Хозяева этого музея – сельские школьники, желановские юные натуралисты. Глядите, вот мы какие, словно говорят обитатели стеклянных витрин. Печально, если вместо деревьев и птиц останутся на земле лишь такие, как мы, музейные экспонаты. В Желанном знают, чтобы этого не случилось, надо изучать, оберегать, не давать в обиду родную природу. Вместе с учителем Николаем Терентьевичем Кошелевым юные натуралисты работают в школьном заказнике. Здесь заказано, то есть запрещено все, что может повредить природе. Вольготно живется тут лесным обитателям. Главное в юнацкой работе желановских ребят – изучение птиц. Внимательному, зоркому глазу открываются тайны сложной, скрытой от постороннего взгляда жизни пернатых. Любовью к родной земле и стремлением сделать ее еще краше живут ребята в маленьком рязанском селе.